Более 20 человек стали жертвами двух терактов, совершенных в Сирии боевиками-смертниками группировки «Исламское государство». Одна заминированная машина была взорвана перед штабом курдских сил внутренней безопасности, другая у штаба проправительственных сил национальной обороны в городе Хасеки на северо-востоке страны, примерно в 600 километрах от Дамаска. Число раненых превысило 70 человек, большинство убитых и пострадавших – мирные жители.